это явление стороной, поскольку оно присутствует повсеместно. И какие бы народы, так сказать, мы ни рассматривали, может быть, даже самые малые народы, которые населяют сегодня, так сказать, отдаленные районы Океании, островные народы, которые долгое время, так сказать, были оторваны от цивилизации вообще, дохристианского, так сказать, влияния на них, или наоборот, исламского влияния. Но у них у всех есть мифы творения, связанные с хаосом или с неким аналогом хаоса. Вот именно хаотическая природа первого мира, мира без вещей, мира без сущего, она и является основой любой мифологической космогонии. В чем сущность этого интереснейшего литературного феномена и культурного феномена вообще, и философского феномена, конечно, тоже? Это в том, что в понимании всех древних народов до того, как что-то появилось, как что-то было, ничего не было. Откуда появляется этот феномен, это представление у древнего, так сказать, обывателя, если хотите, назовем его так, созерцателя природы, древнего человека, относящегося к совершенно разным цивилизациям, но который убежден, что возникает все из ничего. Вот здесь невольно задаешься вопросом, не привнесено ли это явление, которого он не мог созерцать в принципе, потому что ничего не созерцается, и о ничем нет представления у древнего человека. Он погружен в мир вещей и явлений, он не может их объяснить, но он не может осознать, что есть нечто вне этого мира реальных вещей, потому что его мышление еще достаточно примитивно. Значит, откуда берется вот это представление о том, что есть нечто, которое не представляет собой ничего? Хаос. Хаос — довольно сложное представление у древних греков. Именно хаотическое состояние мира — это все-таки движение, по-видимому, движение, которое не связано с некими конкретными вещественными формами. Вот. И поэтому это движение, оно такое вот очень непонятное. Что это за хаос? И вот здесь мы, по-видимому, приходим к такой, мы можем ее назвать дидактической гипотезе. По-видимому, объясняя в поколениях, передавая опыт о сущности бытия, человек вынужден был объяснять следующим поколениям, откуда происходит он сам, как явление, да, как человек. Вот я человек, я объясняю своему наследнику, своему ребенку, то есть в процессе, так скажем, примитивного процесса обучения, а что есть ты, человек, как мое наследство. Ну, значит, соответственно, задается вопрос, а кто был до этого? Но до этого был мой отец и моя мать, до этого был мой дед и моя бабушка, и так далее, и так далее, и так далее. И вот здесь, в процессе этого дидактического изучения самого процесса появления человека, от его предшественников возможно два логических завершающих вывода. Либо люди существовали всегда, и нет конца нашим предкам. Либо люди
первый человек, какой-то первый человек, условный человек, произошел каким-то чудесным образом из чего-то другого, из какой-то другой природы. Вот, видимо, этот процесс объяснения для последующих поколений, для себя собственного, вот этого непрерывного процесса рождения, этой цепи рождения человека, наталкивает сознание древнего человека на вывод о том, что, скорее всего, где-то там что-то такое произошло, связанное с тем, что появился человек. Конечно, мы не можем наблюдать в течение жизни одного, там, нескольких даже поколений того процесса изменчивости, который бы нас натолкнуло на мысль о эволюции видов, о том, что кто-то мог предшествовать человеку в некой другой видовой форме, да, то есть предки человека. Но и сделать этот вывод, конечно, вряд ли древний человек был в состоянии. Но вот сделать фантастический вывод о том, что причиной появления человека была чья-то очень мощная, в конечном итоге мы назовем ее божественная воля, вот это явление, вот это объяснение могло бы иметь место. И таким образом мы приходим к логике творения, сотворения человека, которая, безусловно, в мифологии присутствует в очень различных видах, формах сотворения человека. Разные совершенно божественные сущности его созидают разным совершенно образом. Ну, есть очень много общего, есть различия в этом процессе, но тем не менее это вот, так сказать, общий подход. То есть для себя, для человека мы в конечном итоге что-то объясняем. Но мы должны таким же образом объяснить и мир окружающих нас вещей. Вплоть до, начиная со светил, то есть солнца и луны, и звезд, и заканчивая, так сказать, окружающих нас мира вещей довольно простых, и живой, и неживой природы. И вот здесь, в объяснении, так сказать, окружающего нас мира, мы также наталкиваемся на ту же самую диспозицию. Но если человека в конечном итоге кто-то создал, то кто-то мог создать и весь мир в целом. И это логичное завершение процесса мышления, ретроспективного, обращенного в прошлое, в свой, так скажем, в свою историю, к своим предкам, к своим истокам, к основанию мира. И вот здесь наш пытливый исследователь древний натыкается на такую неразрешимую для него совершенно неразрешимое противоречие о том, что если кто-то что-то создал, то что было до того, когда это было создано? Вот здесь и возникает та единая абсолютно везде конструкция, которая говорит, что до того, как что-то появилось, созданное Богом, конечно, был Бог, и, конечно, этот Бог был нечто, чем-то не эквивалентным этому миру. Потому что этого элементов этого мира не было, значит, он был неким противоречием этому миру, некой сущностью, которая не вписывается в этот мир, противостоит этому миру, является его истоком. И вот здесь как раз и есть источник представления о хаосе. Конечно, те представления о хаосе, с которыми мы знакомимся в греческой мифологии, они уже развиты. Это уже размышление, может быть, тысячелетнее размышление человека о том, а что есть природа хаоса, а что это такое, что за протобожественная сущность, из которой Бог возникает или присутствует в ней и создает целый мир. Поэтому, размышляя о сущности хаоса, конечно, вот многие столетия, которые процесс происходил в разных точках мира,
он, конечно, приводил человека к тому, что он наделял вот этот хаос какими-то очень чудесными свойствами, которые он объяснял именно вот этот мир этого явления. Отсюда возникла, собственно, первая философская дихотомия или, так сказать, конструкция из двух противоречий. То, что мы называем инь и янь, скажем, да? Так вот, возникло такое классическое противоречие хаос и порядок. И вот хаос и порядок – это противоположность, и суть противоположности. Хаос замещается порядком, они присутствуют в мире вещей одновременно, в мире человека одновременно, и хаос постепенно перерастает в порядок в процессе творчества, в процессе творческого преображения, в процессе созидания божественного, или, как мы можем догадаться, нечеловеческого. Акт творения, он в определенной степени, по-видимому, можно так предполагать, был обусловлен тем, что человек, древний человек, будучи сам созидателем, строителем, который создавал те или иные творения собственные, пусть примитивные, но тем не менее бесконечно совершенные, как, скажем, колесо или рычаг, так вот, создавая эти средства труда или эти образы художественные, или эти результаты своего умственного и словесного творчества, он начинает понимать, что он является сотворцом. Он так же, как представление о первом творце, для него есть представление о том, что он такой же элемент творческого процесса. Он тоже созидатель. Он из хаоса создает порядок. То есть все, что создается человеком, есть признак деятельности по упорядочению окружающего его мира. Это очень интересная конструкция, которая нам позволяет перейти по существу к следующей теме, которая тоже присутствует во всей мифологии и тоже лежит в ее корневых основах. Это идея персонификации, то есть связывание божественной сущности с живым объектом, будь то в примитивных религиях животное, или будь это человек, то есть антропоморфная так называемая форма, да, подобная человеку. Так вот, оказывается, что вся система мифологии постепенно превращается в антропоморфную мифологию, в антропоморфный политеизм. Пусть через предшествующие тотемистические воззрения, через совершенно мистические фантазийные образы, связанные с химерическими конструкциями, то есть соединение человека с животными образами, создание совершенно невероятных чудовищ, да, мир разума рождает чудовищ. И сон разума рождает чудовище. И вот, так сказать, в этой всей конструкции бесконечно разнообразной, все-таки постепенно-постепенно приходит к тому, что божественная сущность не может быть не антропоморфной. То есть Бог не может быть человекоподобен. И вот здесь вторая загадка, которая, конечно, тоже очень многих современных экспертов и предшествующих исследователей волновало, это проблема антропоморфизма религиозного. То есть Бог-человек, Бог-человек, Бог-человек. В литературе эта тема бесконечно развита, и так сказать, и в литературе и отечественной, и в зарубежной, и в современной, и в фантастической, и в какой угодно мы можем найти, так сказать, некие поиски в человеке божественной сущности и поиски человеком Бога, так сказать, на земле, да, или в небе. Так вот, есть
все основания считать, что мифологический антропоморфизм во многом был обусловлен тем, что человек проецировал свою творческую деятельность на акты божественного творения. То есть, если божество творит мир, то, а человек, в свою очередь, творит окружающий его мир, преобразует его творчески, то между человеком и Богом нет большой разницы. Не Бога к себе приблизил человек, сказав, что Бог подобен человеку внешне, а себя приблизил к Богу, сказав, что я есть творение Божие по образу Его, и я повторяю Его. И вот в этом смысле здесь в мифологии очень и очень большое количество источников вот этого общего плана. То есть, с одной стороны, хаос и порядок, с одной стороны, отрицание антропоморфной сущности, безусловно, в хаосе. С другой стороны, порядок, созидаемый человекоподобным антропоморфным божеством. Что дальше происходит? В этом уникальном совершенно явлении, как мифология, мы находим еще один очень интересный момент, который мы не можем не упустить. В акте творения присутствует повсеместно эротическое начало. То есть созидание живого, в том числе и созидание человека, а также отчасти и созидание неживого, но сущностного, то есть божественного по природе, осуществляется в результате божественного соития. То есть наши древние предки видят в божественной сущности мужское и женское начало, которое соединяется и которое рождает новое, новый мир, новую сущность. Живую и неживую, но одухотворенную. И вот этот феномен лучше всего, конечно, представлен в космогонии древних греков. Это, конечно, мифология ранняя, которая связана с хаосом, с рождением из хаоса в определенной степени эротически окрашенным совершенно, рождение других сущностей, рождение Урана, неба, рождение Геи, Земли, опять-таки соединение их друг с другом и рождение в результате этого большого сонма олимпийских богов. И не только богов, и большое количество других существ, совершенно фантастических существ, тоже божественных сущностей, но тем не менее вот появление целого-целого большого мира божественных сущностей. И мы дальше находим совершенно подобные же вещи во всех тех мифах, о которых мы говорили ранее. Это есть и у греков, и представление о хаосе, и представление об антропоморфных богах. Это есть и у иудеев, это есть и у японцев, это есть и у иранцев. Это есть повсеместно. То есть вот это и говорит, в принципе, о том, что в мировоззрении наших древних предков, которые формировали вот эту древнюю мифологию, и были вот эти общие совершенно интересные стороны мышления, которые создавали вот такую общность мировоззрения, которые формировали общий взгляд на древние религиозные представления, на мировоззрение в целом. Вот эта космогоническая общность и этот антропоморфный ряд богов.
Конечно, существуют различные точки зрения, научные, литературоведческие, на мифологические сюжеты, которые пытаются объяснить самым различным образом происхождение и отдельных мифов, и мифологической системы отдельного народа в целом, и в целом, так сказать, общую мифологическую систему планетарную с ее очень близкими различными, так сказать, связями сюжетными. Но, тем не менее, вот мне сегодня представляется, что естественное объяснение, вот это, так сказать, объяснение, основанное на такой вот дидактической гипотезе, на размышлениях все-таки древнего человека, связывающего собственный мир и мир необъяснимых, необъясненных им божественных сущностей, вот он является тем, наверное, наиболее объективным представлением, которое мы сегодня можем сделать о происхождении мифов.